Базару ноль. В этом матче мы стопроцентные аутсайдеры, но есть пару приколов. Во-первых, Ман-Сити, конечно, в великолепной форме. Второе место занимают. Они всегда в ФМ сильны. Но кто последними их обыграл? Давайте-ка посмотрим. Последнее поражение было, на секундочку, от... Кого, я вас спрашиваю, от Болтона. И в этом матче я, так сказать, использовал одну тактическую хитрость. Путем долгих научных исследований, ценой тысяч взрывов моей задницы, я понял такую вещь, что в ФМ не всегда, но часто тащат футболисты против своих бывших команд. А еще лучше они тащат, если они воспитанники этой команды, и их просто в свое время вышвырнули нахер на мороз, не дав шанса. Я это смекнул. Обычно это работает в мою сторону, то есть мои футболисты, которых я потом отпускаю, забивают мне. Но в том самом матче с Сити, который я выиграл, кстати, это первое... Победа Болтона над Сити. Я в основу поставил четырех воспитанников Манчестер Сити. Итак, сегодня я делаю то же самое. Мурич, Бёрнс, Духанный и Томми Дойл в старте. Ну, тогда это помогло. Сейчас, я не знаю, ну, других вариантов у меня нет. Кстати, не показывал вам форму команды. Сити показал. Ай-яй-яй-яй. А, это Сэм Филд просто. Просто похож на Тимона. Я смотрю, Тимон, тебе-то куда уже падать? Ну, это не Тимон. Короче, в какой мы форме? Мы, получается, с вами расстались вот здесь. После этого были очень обидные ничейки, друзья. При этом победили Сити и обидная ничья с Арсеналом, потому что мы на 96-й пропустили. Ну, на 95-й мы, конечно, забили. Короче, матч был странный. Вылет из кубка, это неважно. В ответке с Вестхэмом уверенная победа 4-2 с хет-триком Брюстера, который финал пропускает. Потом Брайтон прижучили. Вот здесь было обидно. В итоге в чемпе мы идем 10-й, но об этом в конце видоса, там какие шансы и так далее, будем... расклады считать потом. Если мы сейчас кубок возьмем, то, в принципе, мне уже на чемп будет все равно. Блин, вот вы сейчас не видите, но я сейчас глажу себя по голому пузу, потому что, когда я волнуюсь, у меня начинает живот болеть, крутить. Это еще со школьных времен такая у меня тема. Перед контрольными, перед экзаменами я волновался всегда, потому что всегда нихера не знал. Состав Сити... Ну, в принципе. Не, нихера, это не дубль. Я только смотрю, Тедди Шерингем или кто это такой вообще. У Сити этих кубков, как говорится, как у дурака фантиков. Нафига им еще один? Пожалуйста, дайте их нам, бедному Болтону, пожалуйста. Ну, ребят, давайте откомментирую матч без пауз. Все-таки такое событие. Надеюсь, моментов много. Мы увидим интересных... любопытных, классных. Вот и они, к сожалению. Я уже думал все. Ну, в принципе, вратарь у нас двухметровый дядя, поэтому что-то он ловить должен. Вообще он был неплох, вот серьезно. Я даже местами подумал о том, чтобы... Так, мне не нравится такой матч. Местами я подумал о том, чтобы его основным вместо Сотто наигрывать. Но, блин, Хуан Педро, наш парень... Я поставил расширенный, и моментов нет все равно. Может быть, фулл матч посмотрим, пацаны. Все-таки такое событие, а? Какой-то уже, по-моему, 7-й сезон, сука. Нет. Просто в девятку всадил, как Ван Бастен. Ну, понятно, короче. Луис Маскера, ты кто такой вообще? Кто ты? Кто это? Конечно же, нетехничные центральные защи в матче с нами начинают играть как величайшие футболисты вселенной. Сука. Ничего, в том матче мы тоже проигрывали 1-0 после первого тайма, было дело. И тогда даже не было ни одного удара по воротам. Так что в этом я вижу некое... Да нет, все херово. Ах, давайте я, что ли, бутылочки в них брошу и, наверное, все-таки сделаю, наверное...
Вот так вот. Сука, ну, ребята, финал кубка. Мы должны все выжать из себя. Хотя бы момент создайте, чтобы, ну, не стыдно было. Перед зрителем Джипс Вайт, вот оно. Красную. Хотя бы желтую. Да хоть какую-нибудь дай. Спасибо. К точке подходит кто? Янсен, не знаю, что у него. Вроде бы неплохие штрафные. Сука, что за Шарман Лов на воротах? Что за шарманка стоит? Кто это? Это вратарь из молодежки, что ли, у них? Да. Не видно скиллов. Стоит десятку. Ну, значит, что он неплох. Блин, лучше бы у них весь состав был бы из молодежки. Но нам бы это не помогло, потому что у Сити молодежка одна из самых сильных. Сука. Ой, какие плохие угловые. Подбор. Подбор не за нами. Лайнс, у него приличная скорость. Но он... Ну, тут тоже без желтой, да, все справедливо. Там нет желтой, здесь нет желтой. О чем вообще может идти речь? Видим, что наших фанов на трибунах намного больше, потому что Болтон — народная команда. Все их любят и уважают, но если сейчас мы пропустим гол, а мы это делаем, конечно же. Извините, ну это обидно. Это реально обидно. Ну почему Манчестер Сити? Ну серьезно, ну вот бы в финал вышло такое же, как и... Ну, FM, вот FM, если тебя прям топчет говном, говном, лицом в лужу с говном, то уж до конца. Травмы, ноль моментов, все просто, вот, просто глотай, вот, спасибо, вот, люблю FM за это. Вот если она тебя унижает, то по полной. Других вариантов просто быть не может. Давайте я выпущу на поле двухметрового дядьку. И что, могу ли я Хауша на фланг? Нет, а кого я вообще могу на фланг выставить? Ну, из тех, кто в обойме, только Ханнибал что там умеет. И, пацаны, больше навесов, сука. Ну, я уже ни во что не верю. У нас ни одного момента не было за час игры. Понятно. Вновь классика футбольного менеджера. Ставишь более атакующий настрой, а так становится еще меньше. 3-0 могло было быть. Это бы ничего, в принципе, не изменило. Это ничего бы не изменило, кроме глубины. О, Ромео Лавич еще вышел. Тоже наш бывший. Сейчас нам забьет, я чувствую. Смотрите, вот и он с мячом. Странно, что с поворотом не пробил. Лавия на Бернардо. Пяточки. Угу. Лаутаро Мартинес, Куб... Ну, мне уже комментировать неохота. Серьезно, я весь день как-то в предчувствии записи этого видео жил, сидел. Ну, я ждал, что хоть какая-то будет борьба, но настолько все бездарно, что не хватает еще какого-нибудь клоунского привоза в нашем стиле. Или Тимон. Так... Вау, это точно он, Ханнибал. Ну, пацаны, давайте для характера покажем, что мы тоже можем. Янсен. Ну, блин, там двухметровый чел. Он выше всех в этой стране. Как можно нормально не сделать навеса? Серьезно. Просто это какое-то издевательство. Вальверде тащит мяч по центру, получает по ногам. Ну, наши вроде как встрепенулись. Вот кому он скидывал? Просто кому? Кому? Вот. Тут порой в FM такие вещи творятся, которые, ну, остатки всего хорошего, что есть во мне, просто уничтожают. Серьезно. Ну, я не видел, чтобы в настоящем футболе человек пасовал в пустоту. Ну, только если это тульский Арсенал. И, конечно же, мы из-за этого пропускаем, правда, из-за офсайда. Но, тем не менее, почему? Ну, вот просто... Ладно бы это было бы там под каким-то великим давлением, да, какой-то хаотичный момент. Но нет же. Просто скинь в сторону своего. Но нет. Кому я это объясняю? Зачем я это объясняю? Это не... Не знаю, FM, мне кажется, всю жизнь, вот сколько я еще проживу, год, два, три, сто... Мне кажется, движок FM не поменяется никогда. Я не знаю, почему. Может, они думают, что
у нас до сих пор каменный век, и компьютеры более классную графику не потянут, более классный физический движок не потянут. Можно, конечно, сделать пару замен под конец, но это все бессмысленно. Так вот, ну реально, вот сколько я играю в FM, да, один и тот же каждый год движок с одними и те же проблемами, и никто их не решает, всем насрать. Дело даже не в проблемах, да, а в том, что мы слабее, но когда ты видишь эти проблемы в каждом матче, как-то грустно, грустно, серьезно. Но в этом матче просто мы были слабее, причем очень сильно, потому что, ну, соки! Хотя бы шанс, хотя бы, ну, они просто отдают мяч сопернику, просто забирайте. Ну, к каким-то конкретным футболистам претензий нет, вся команда параша, будем честны. Фу на тебя. Ну, понятно все, шанс на победу был примерно 1 из миллиона, а шанс на того, что мы выйдем в Еврокубки через чемп примерно такой же, потому что отрыв хоть и небольшой, но там у нас как бы МЮ, Ливерпуль, Эвертон, Челси, поэтому сегодня на стримчике доиграем до конца и будем готовиться к еще одному сезону, как говорится, уж следующий-то сезон наш. Всем пока. Я, честно говоря, расстроен, мне даже сказать нечего. Hello, darkness, my friend. I come to talk with you again. Очень, очень-очень сильно меня расстроил данный матч. Конечно, в комментариях найдутся те, кто будут команду пинать, писать, что команда бездарей, тренер физрук. К чему я это все? К тому, что мне очень обидно. Это с виду я боевой кабан, а внутри я маленький грустный котенок. Поэтому, ребят, поддерживайте Болтон до конца. Только вместе мы пройдем этот путь. Всем пока.